Небо над набережной ОБГЭС окрасилось в яркие цвета. В воздухе парят десятки воздушных змеев. Такой фестиваль проводят в Новосибирске впервые в рамках осенней недели добра. В этот прекрасный солнечный день в рамках нашей осенней недели добра впервые проводим фестиваль воздушных змеев «Полет мечты». В самом названии записана основная мысль, что собравшиеся люди, горожане, семьи, родители и их дети сегодня запускают свою мечту к небу, к солнцу. Мы отправляем в каждом воздушном змее вот эту вот идею о всем хорошем и добром. Воздушного змея можно взять на прокат, а можно сделать самостоятельно, например, из бумаги. Все необходимые материалы можно взять на месте. Важно не только придумать интересный дизайн, но и правильно смастерить каркас, чтобы змей мог парить в воздухе. Мы приготовили программу с воздушными змеями, где каждый сможет принять участие в запуске. Могут сами сделать на мастер-классах своего змея мечты. Можно взять змея на прокат. Поэтому у нас еще планируется 4 номинации. Самый высоко парящий змей, самый большой, самый красивый и самый первый взлетящий в небо. День очень теплый, позитивный с утра, и мы решили с сыном, то есть я случайно увидела в новостях, что будет этот фестиваль, и как-то так подзарядилась позитивчиком и прям захотелось. В детстве, конечно, запускала. Вот. Ну, уже лет 20 точно не запускала. Ну, вот сейчас увидели, что есть в прокате бесплатно, и решили вот попробовать. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше праздников было, народу, позитива, таких солнечных дней. Выбирать лучшего змея будут не только члены жюри, но и зрители. По словам организаторов, фестиваль «Полет мечты» может стать традицией, ведь ощущение от запуска воздушного змея не забудешь уже никогда.